Я слышу звук, и я не понимаю, что это за бред вообще. Отвечаю тебе. Это такое выражение лица было. Что это вообще говно какое? Всем привет, дорогие друзья, и я теперь на этом месте и буду позориться, и я, наверное, не угадаю ничего, мне кажется. Вот я надеюсь на это, пацаны. Всем здорово! Всем здорово! Еще? Я не знаю! Ты что-то опять выстрелил? 500? Куча флип-флап, пичи-пичи, мясай! Отсосите! Так, три варианта, да? Ну да. Похоже на ВСС. Нет. СКС? Нет. СВД. Да. Ну, оно с глушаком было. Ну, у тебя... Не, я понял, я просто сказал, да, я понял. Фамос? Нет. Еще. Давай еще. Подожди, не стреляй. Ну хорошо. Это реально что-то невозможное, ребят. Я реально не понимаю, что это. Это реально жесть. Давай еще. Пострелять? Да. Давай последний раз. Да я не знаю, что это! Это АМ-ка! Нет? Что это было? Посмотри. Папа, блядь, говори на сон! Я сам сижу, я слышу звук, и я не понимаю, что это за бред вообще, отвечаю тебе. Я, кстати, угадал. Здесь ты обеса не ставишь. Нет, нет обеса. Я не знаю! М60? Нет. П90? Нет. А вот 249. У меня такое же выражение лица было, когда я стрелял. Что? Это вообще говно какое-то. Я не понимаю, что это! Это такое просто! Просто что? Какой звук? Давай еще. Это МП5? Да. Блин, ну звук вообще конченый какой-то. Это два разных звука, ты меня объёбываешь, я знаю! Я слышу два разных звука! Ну, это вы. А вторая? Это новая снопа. Я угадываю! Я угадываю! Ты отсоси, и ты отсоси. А сейчас да я буду сосать. Томсон? Нет. Юм? Вы же какой конченый звук? Оно очень медленное. А НК? Нет. XM8? Нет. Звучит очень медленно, как XM8 там. Давай еще. МК. Что это было? СК. Ну еще. Звучит как АМ-ка? Нет. Ну реально звучит как АМ-ка. Да, ну все звучит как АМ-ка и с глушителями отвечает. Да, ну это тяжело. Раз. Это, кстати, очень тяжело.
Давай сойдем. Это щит. Это калаш. АНка. Алло, ты тупой? Это АНка, 100%, ты меня, блядь, обманываешь, я не доверяю. Нет. МК. Да. Это щит. Нет. Что это такое? И полный зажим. Это много патронов. Больше 30. A few moments later. М14? Ну. Что это было? М7-8. М14. Нет. А? Нет. А, подожди, что? СВД? Ну. СКС? Ну да. Уже все перегомол. И еще одно. ВСС? Да, кстати, о, красава. Плазма? Нет. Щит? И новая СГ-15. Да. Ну это легко было, да. Ладно. Спас. Кто? Спас. Да. Блин. Это легко было. Что это? Глок? Да. Как фамас. Чё, ну, зажми. Да. Ты нормально зажимал? Да. Этот? Солнце? Да. Гучи флип-флап, бичи-бичи массай. Всё, пошли тачки смотреть дальше. Давайте, идите. Тоже тачка? Ну, да. Пикап? А? Пикап? Да. Только аккуратно, там кнопку сам не забыть. Куда ты? Так он же тебе сейчас тачки будет делать. А, ну ладно, я думал, ты. Чё это? Ещё раз. Я не слышал тебя, сейчас вообще не слышал. Сейчас не слышал? Не слышал, как ты сел. А, сейчас, блядь. Ты тормоза. Чё ты орёшь? Давай. У вас? Да. Чего? Я даже не слышал. Нет, я не слышал вообще. Кучи флип-флап. Смотри. Тук-тук. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Ну нереально, не догадаюсь. Я не слышу звука. Подожди, пикап был, у вас был, да? Я могу повторно делать. Я тебе доверяю просто. Подожди, я не слышал. Ты мне скота... Он мне скотачек сел. Ты тупой, я только что в одну сел. Не надо мне тут. Вот это, насчет этой. Ты тебя отгадаешь или нет? Вот это... Да, я на ней все время гонял, который сейчас. Присядь еще раз. Куда тебе прийти? Я его сломал, вот. Ну это звучит как у вас. Говорить? У вас. Нет. Что это? Мотоцикл. Ну ладно. Ну ладно. Но ты менял? Нет, слово я... Вообще ни разу. Один раз нечаянно сел. Ну вот, я из-за этого запутался. Зачем ты, блин, так делаешь? Какой ты тупой? Вообще-то мы 3 раза проехали. 3. И ты вообще-то не менял. Все равно ты 1 раз запутал меня, я как уже какой запутал? Ты отмазку нашел просто. Нет, нормально. Я никому из вас не садился на другую тачку, если так и повторял. Я мотоцикл сломал. Ну ладно, давай дальше. Мы больше не сядем в него. Ладно. Вот честно, не отгадаешь вообще. Давай. Ну? Еще раз, сядь. Будь флип-флап, бичи. И гони. Бум-бум-бум. Ничего. Че ты врезаешься там? Да потому что я улетел. Че ты врезаешься постоянно? Да че, он просто врезается. А ты меня тоже врезался, я слышал. Ну, чуть-чуть. Ни хрена, чуть-чуть. Помню, аварию себе решил больше. Все, давай. Ну, ты отгадай. Ну, это спорткар. Нет. Что это? Амфибия. Ну ладно. Ладно, еще. Мы мозик угнали. Давай еще. Что за козел мой фунт? Давай еще. Давай. Вот это не догадается. Гучи флип флап. Готов? Поехали. Все круто. Что это такое? Все круто. Что вот это такое может быть? Гучи флип флап. Бич-бич. Тук-тук-тук? Да. Ты не отгадал. Все, заканчиваем. Заканчиваю. А подожди, еще одну тачку. Последнюю.
А ее нет почему-то. Я даже не знаю, что там было. Я знаю, что там было. Ладно, давай, вот. Все, вот сейчас ты не отгадаешь, я уверен. Вот сейчас ты не отгадаешь. Я уверен. Я уверен. Просто я уверен. Может, когда он покажет, он покажет? Все, поехали. Ну ты просто стоишь, а не, на ней не едешь. Не можешь выйти и сразу поехать. Вообще-то надо какие-то. Как я. Я не слышу, что ты говоришь. Не, я ему говорю. Да я еду! Ладно, давай сейчас обойдем. Выйти давай. Нормально. Тихо! Давай, поехали. Так, не бей мне лоб. Пожалуйста. У нас пикап. Я так тупой. Пикап? Да, все. Все, я угадал. Это круто. Я крутой. Ну прощаться кто будет вообще? Ребят, всем спасибо за просмотр. Я выиграл этих вот двух флажков. Ну, чуть-чуть получше было, хотя это максимально сложно. Этот вообще нубло. Вот этот нормальный еще челик. Поэтому подписывайтесь на меня, подписывайтесь на них и ждите еще видосов, наверное, с Free Fire Max. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пошел из кадра. Пошел, блин, на.